перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юр, ребятки. И сегодня мы будем продолжать играть в игрушку «Растение против зомбиков». Так, давайте пойдем на нашу клумбу, посмотрим, ребятки, что же у нас все-таки там выросло. И посмотрим, насколько оно впечатляющее. Так, ну что ж, дорогие друзья. Забираем бомбу вонючку. Она у нас теперь обновилась до буст версии. И это просто замечательно. Так, ну что ж, давайте возвращаться назад. И будем пытаться, ребятки, отбивать зомби-атаку по новой. Ну а что делать? Еще приходится нам... Ребяточки, так, ну что ж, ребяточки, 10 уровень, и это просто замечательно, я считаю. Так, ждем. Так, тут нам сосед, как всегда, рассказывает, как тяжело перемещаться во времени, ребятки. И здесь посмотрите, что у нас опять. О, здесь смотрите, какой уровень мне попался, ребяточки. Попался уровень мне довольно-таки прикольный. Так, а что это, дерево нужно было ставить, наверное, ближе где-то, да? Давайте выкопаем его. Вот, вот тут вот надо, наверное, было поставить. Так, дерево его съело. Ребят, вы видели? Ха! Вон идет, смотрите, на этом, на птице сверху. Так, надо его уничтожить быстренько, ребятки. Прикольные такие отбивачки. Они откидывают, ребятки, зомбиков все дальше и дальше, чтобы зомбики, ребятки... мне не мешали, так сказать, работать. Так, здесь просто-напросто надо их вот так вот, ребяточки. Все отличненько, мы пооткидывали зомбиков. Зомби сейчас съест мое растение, ребята. Это никуда не годится. Надо с пулемета, ребятки, стрелять. О, это другое дело. Здесь у меня вообще обороны нету. Так что давайте, ребятки, как-то будем потихонечку вылезать из этой неприятной ситуации. О, отличненько, ребятки. Пока все идет хорошо, ребятки. И в этом уровне у нас будет две большие, ребятки, волны зомбиков. Так что нужно, ребяточки, быть более внимательными, более бдительным к тому, что происходит у нас на экране. Так, берем вот эту штучку и сюда. Отличненько, ребяточки. Так, ну что ж, давайте ставить горохострелы по всем периметрам, ребяточки, чтобы выиграть эту все-таки войнушку. И чтобы все было круто у нас. И просто-напросто замечательно. Так, ребяточки, вон зомби шел с мозгами, но мы его, так сказать, уничтожили. Так, ребяточки, большая снеговая шторм идет у нас, волна зомбиков. Давайте мы с вами их пока что начнем уничтожать. А там посмотрим. Где этот ветродуйчик? Пускай отогревает. Пускай отогревает наших зомбиков. Вау, ребята, вы только посмотрите, что мы сделали. Так, давайте вот эти пускай откинут нас. Вот так вот, отличненько, сюда. Так, пока еще никого не заморозили, ребятки, мы можем с вами... уничтожать всех зомбиков, которые, ребяточки, только полезут на наше добро. О, отличненько, ребяточки, мы откинули зомби. Так, ребяточки, ну что ж, последняя волна зомби. Нас предупреждает компьютер, что последняя волна зомби, ребяточки, пошла. И нам надо сделать буквально следующее. Вау, 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 что происходит, ребята? Я вообще не понимаю, что происходит здесь. Посмотрите, какая пошла война. Реально пошла, ребяточки, война не детская. О, отличненько, ребяточки. Я взял пулемет, и мы сейчас его используем. О, круто. Почти всех зомби убили за один раз. Классно. Так, ребяточки, ну что ж, остался один зомбик, которого нам надо, ребяточки, уничтожить. Давайте его будем уничтожать потихонечку.
Отличненько, дорогие друзья, и мы прошли с вами этот уровень. Так, ну что ж, ребяточки, все зомби мы перемочили с вами. Отличненько, дорогие друзья. А ну-ка, давайте погнали. Это просто круто, просто замечательно. Ну что ж, дорогие друзья, давайте перейдем к следующему уровню и посмотрим, что у нас ждет, ребяточки, там. Так, ну что ж, ребяточки, погнали. Так, следующий уровень, ребята, зомби, ребятки, не на шутку будут с нами уже играть. Предупреждают нас, что это уже довольно-таки все серьезно, и как-то от этих зомбиков надо потихонечку, ребяточки, избавляться. Ага, это у меня все есть, а я одно только могу взять, да? А купить за сколько ему? За 2000 рена, но мне не хватает. Хорошо, ребята, так что у нас споровички. Ну все, ребяточки, погнали. Не дают нам возможности выбрать абсолютно ничего, ребят, но тем не менее, будем потихонечку, так сказать, играть. А что делать-то? Споровички нам дали. И мы с этими, ребята, споровичками приходится нам долго и больно, дорогие друзья, сидеть. Так, ну что ж, давайте бомбу-пукалку поставим. Так, отличненько, что у нас бомба-пукалка, ребята, переобразовалась в такую вот небольшую бригаду, которая реально может всех уничтожить. Так, отличненько, ребятки, пока все идет по плану. Но я вам хочу, ребятки, сказать, что здесь будет 4 волны. 4 волны, ребята, зомби. Это довольно-таки очень серьезно. Такого, конечно же, я еще не наблюдал, если честно. И так что, ребятки, посмотрим, что из этого всего будет. Так, ребятки, первая волна зомби идет. Если бы не вот эти замороженные зомби, которые здесь стоят, они довольно... А грибок вот этот что делает? Пускай зомби на грибок вот этот идет, и мы посмотрим, что он с ним сделает. Он его съест и отравится, наверное. Так, бомба-вонючка у нас есть. Так, теперь эту. А, нет, ребята, он не отравился. Так что грибок этот вообще практически ни о чем, если честно. Так, ребяточки, вот есть у меня молния. Я могу всех молнией убить. Все, ребятки, я 4 зомбика убил молнией. Так, ну что ж, у меня уже 2 бобра, ребятки, нету. И стоит отметить тот факт, дорогие друзья, что уничтожать зомби все-таки надо. Потихоньку, как ты ни крути, ребятки. А зомбиков надо уничтожать. А у нас нету практически обороны, ребятки, никакой. Вы представляете себе? Практически никакой нету обороны. Сейчас уже 2-я волна зомби, ребятки, будет у нас. Представляете? А у нас нету никакой оборонительной, ребяточки, силы. Куда я посадил вообще растения, ребят? Вы просто представить себе не можете. Вы это видели? Так, дорогие друзья, 2-я волна зомби, ребяточки, пришла, и мне надо быть более бдительным, более, ребятки, рациональным и внимательным к тому, что у меня сейчас на экране происходит, потому что здесь происходят какие-то просто необразимые ужасы, ребят. Реально, таких приколов я еще не видел, если честно. Так, бомба-вонючка, ребятки, ставится вот сюда вот, или сюда вот. Вот она здесь ставится, и вот она здесь у нас, ребяточки, есть. Так, ребяточки, зомбяк уже ест моих этих. Давайте 2-й гриб ему дадим. Я не знаю, к чему это все. Так, но он съел 2-й гриб тоже, ребятки. И это ему абсолютно не помогло, дорогие друзья. Ребятки, мой зомби... Зомби сейчас пройдет на мою территорию. Давайте туда бомбу-вонючку быстро поставим. Пускай съест и умрет. Вы видели, что происходит. Ребята, зомбики идут. Это никуда не годится. Ребяточки, просто надо быть более как-то бдительным, что ли. Смотреть на все это, что происходит. Ребяточки, вы только посмотрите, что происходит. Надо как-то отбиваться от них, ребят. Так, ребята, вот это пошла война, огромнейшая война, ребятки, я таких войн не видел очень давно. Так, сюда 2-го давайте поставим.
Так, этот пускай размораживает. Ребяточки, что же делать? Я даже не знаю, ребяточки, что делать в таких ситуациях. Уже зомбики идут. Так, ребяточки, предпоследняя волна, но зомбики все равно, наверное, попадут на мою, так сказать, ферму. Потому что, ну, это реально нереально просто так вот пройти все это. Это очень довольно-таки сложно, ребятки. Довольно все-таки муторно. Вы видите, как это все происходит сами, дорогие друзья. И это очень довольно-таки тяжело. Выращивать новых зомби, которые будут, ребятки, реально отбивать хоть какую-то, но все же атаку. Так, ну что ж, бомбу-вонючку мы можем поставить, ребят. Это единственное, что мы можем сделать на данное время. Но все равно зомбиков, вы только посмотрите, сколько зомби, ребят. А у нас нету абсолютно ни пулеметов, ничего. А зомби, ребятки, идут уже. Если вам, ребятки, не видно, я вам покажу сейчас, что зомби уже идут, дорогие друзья. Все, ребятки, зомбиков моих уничтожают потихонечку. И я вам хочу сказать, что, наверное, этот уровень мы не сможем пройти, потому что нам надо будет посадить кучу растений, чтобы было больше растений, конечно, у нас. Так, ну что ж, ребята, мы на время откинули их, но все же, ребятки, это ничего нам не спасет. Абсолютно нас не спасет. Это, ребяточки, потому что мы с вами понимаем, из чего все тут состоит и кто здесь прав, а кто, ребяточки, не прав. Так что, видите, зомбики захватили нашу территорию, дорогие друзья. А все из-за того, что, ребяточки, мне реально не хватило времени все это разблокировать. Но, ребяточки, все, зомбики съели мои мозги, мне пишет. Но, дорогие друзья, не стоит расстраиваться, вот они уже надкусили их. Нам надо просто посадить пару растений, чтобы апгрейдить их, чтобы мы в следующий раз смогли с вами с легкостью, дорогие друзья, уже... О, вторая это, ребяточки, вторая бомба-вонючка, вот видите, все. В следующий раз, ребятки, я думаю, мы должны с вами обязательно уже победить их и выиграть турнир. Так, ну что ж, дорогие друзья, а этот эпизод на канале Вечное Детство подходит к концу. С вами был, ребятки, как всегда, Юра, вы были на канале Вечное Детство. Подпишитесь обязательно на мой канал, поставьте пальчик вверх, дорогие друзья, и пока-пока, ребята.